Арман Джетпесбаев голосует на 76-м избирательном участке. Сюда он приехал с женой. Аким первым определился с выбором, подождал супругу, и они вместе опустили бюллетени в урну. Нужно обязательно приходить на выборы, ведь это наша страна, от нас зависит многое. А после традиционная уже встреча с аксакалами. Для них выборы как праздник, а еще и повод встретиться с Акимом. Как тут не воспользоваться случаем и не рассказать, похвалить, попросить? Мы надеемся, что тот, за кого мы проголосовали, будет достойным депутатом, чтобы он дороги нам помог сделать. А вообще аким города хорошо работает. Хорошо, что он у нас молодой. Всего в Шымкенте 169 избирательных участков, работают 29 окружных комиссий.